Самые талантливые, активные и дружные. В Чебоксарах прошел финал республиканского конкурса «Семья года 2021». За звание боролись около 100 семей из разных районов Чувашии. Кто в итоге получил главный титул, расскажет Екатерина Данилова. Конкурс в республике проводится уже в 17-й раз. По традиции, за звание «Семья года» борются самые творческие, талантливые, спортивные, трудолюбивые мамы, папы и дети. Лауреатов определяли по 6 номинациям. Например, самой творческой семьей стала семья Черновых из Чебоксар. Их фишка – обязательно приезжать на праздник в национальных костюмах. Наши дети всегда занимаются в разных кружках. Девочки ходят на вокал, на танцы. Старший сын ходит у нас на футбол. Младший, конечно, чуть-чуть маловат пока. Но дети не сидят просто так. Всегда участвуют в разных конкурсах, также сами, и на концертах выступают. Ну, творческая семья, да, любим петь, танцевать всей семьей. Самой социально ответственной жюри признала семью Богатеевых из Красночитайского района. У Алены Ивановны и Владимира Леонидовича 6 детей. Живем скромно и дружно, признаются Богатеевы. Каждому домочадцу отводится своя роль. Девочки помогают маме на кухне, мальчики отвечают за активный отдых, рыбалку, походы. Разрабатывает меню, решает, чем вкусненьким порадовать домочадцев. На плечи папы Владимира Леонидовича ложится ответственность за безопасность. Самая спортивная семья Чувашии – семья Солоденовых из Цивильского района. Самыми дружными признаны Петровы из Канашского. Заслуженную награду в номинации «Трудолюбивая семья» получили Лысовы из Алаторского района. А вот семьей года на республиканском конкурсе стали Шиловы из Чебоксар. Супруги Алексей и Наталья в браке уже 21 год. У них 4 дочки и 2 сына. Говорят, стараются следовать девизу «Только вперед». 4 года назад они уже получили одноименный титул, правда, на уровне города. Тогда решили, чего бы им это ни стоило, их назовут семьей года Чувашии. Так и случилось. Дружную компанию Шиловых зимой можно встретить на катке, летом на рыбалке или в лесу с корзиной грибов или ягод. Екатерина Данилова, Елена Дмитриева, Святослав Петров, Вести Чувашия.